к которым нужно относиться крайне бережно, любить и охранять их. Что, собственно говоря, и делает исповедник, калужский засек. А можно поподробнее о заповеднике? От чего он состоит? Значит, заповедник находится не очень далеко отсюда, 200 километров южнее, на юге Калужской области. Заповедник создан с целью защиты и сохранения древних засечных лесов, старомодных лесов древнего московского государства. Название Калужские засеки – это где-то в 15 веках существовала благословенная лесная полоса, которая являлась границей московского государства и имела особый режим охраны. И этот лес, участки этого леса сохранились до сих пор. Заповедник лесной, очень много диких зверей. Но есть краснокнижные виды, в том числе суфры, чистокровные, европейские, вынужденные, которые сейчас составляет, по нашим оценкам, заповедники порядка 80. С ними работаем мы уже 10 лет, возвращаем их в дикую природу. Увидеть зверей мы даем для туристов, вероятность диких зверей, не зоопарк, и это не зоопарк, вероятность 99% в дикой природе, определенные времена. Так что фотографировать фотографами работаем с удовольствием. Друзья, вы можете потрогать настоящего директора заповедника, пожалуйста, пообщаться с авторами книги, приобрести ее, подписать. Это, в общем-то, один из первых у нас в России результатов большой работы, хорошего сотрудничества именно дирекции заповедника, фотографов и общества. Так что, пожалуйста, они в вашем...